Культивация под яровую пшеницу. Поле рельефное после вспашки. Осенью не успели выровнять, потому что почва была пересушена. И не поддавалась как бы механической обработке, выравниванию. Культиватор Вилричи достаточно неплохо работает. Глубина где-то до 6 сантиметров. Обработки. Ширина 9,6, кажется, трактор Fendt 933. Ну, для Fendt, конечно, этот культиватор тяжеловат, немного тяжеловат, то есть не развивает он скорости большей. Ну, в среднем больше 12 километров. Нет запаса мощности. Но все равно этого вполне тоже достаточно. Стабильно где-то, ну, в среднем, наверное, 80 гектар за 12 часов закрывает. Ну, может быть, даже с плюсом. Здесь будет яровая пшеница, предшественник сои.